Анонс и точная дата выхода нового 4-серийного сериала «Нефритовая черепаха». Премьера нового сериала состоится 27 марта на телеканале ТВ-центр. Сюжет сериала. Старая дама приносит в антикварный салон фамильную реликвию – нефритовую черепашку, которая, по ее словам, оберегала от зла. Теперь ее жизнь закончена, и черепашка должна найти нового хозяина. На следующий день черепашку находит в своем кармане бывший опер Илья Смолин. Вспоминая, откуда она могла появиться, он выходит на вора-карманника Юру Копылова, с которым столкнулся накануне в отделении полиции. Выясняется, что Копылов действительно подбросил Илье черепашку и буквально через полчаса умер при загадочных обстоятельствах. Официальная причина смерти – сердечный приступ. Однако Илью смущает то, что свидетели видели рядом с Юрой женщину в белом шарфе. Эта женщина уже появлялась в деле, которое он вел ранее. И точно так же человек, которого видели рядом с ней, умер, якобы от естественных причин. Если бы одно любопытство было мало, чтобы Илья взялся за это дело, то вскоре у него появилась еще одна причина. Племянница Копылова, которой он отдает черепашку и в которую влюбляется с первого взгляда. Напомним, премьера нового сериала состоится 27 марта на телеканале ТВ-центр. Если вам нравятся сериалы, ищите выхода новых серий. Тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых российских сериалах. Спасибо за подписку и лайки.